В таком рисовании самое главное – это быстрый, точный, естественный свой… А снимали почему? Я как бы… Где это рисую, для чего это рисую? А, то есть это для архива? Я думаю, может быть, это какая-то такая интерпретация воспроизведения, я не знаю, что это там еще. Это для… То есть картинка все равно в глазах, не в камере. Это я поняла? Нет, это идет запись, как я рисую. А, все понятно. И это идет в YouTube. Почему? В YouTube это трансляция. Но вас нету там, не волнуйтесь. Это... У вас это онлайн, да? Прикольно. Сейчас нет. Короче, вы записываете? Понятно, сейчас. Все, я поняла. Я потом архив выкладываю. Потом, как потом... Как это было называется? Это не архив. Это стрим, так называемый. Я не знаю, как это... Дело не в этом. Дело в том, что там как бы люди любят смотреть, как... Вот вы же любите смотреть, как я рисую, да? Вот, вообще. Здравствуйте. Короче, рисует. Здрасте, здрасте, здрасте. А он не умеет. Блин, это круто вообще. Ну вот, открывайте YouTube и смотрите там. Ну, сейчас еще пока рано. YouTube это YouTube, а вот реальность это круче, конечно. Ну да. А потом я открою YouTube и подумаю, нифига себе, я смотрю, как человек это делает реально. Да, но я не совсем обычно рисую, как вы можете видеть. Я не могу ничего, у меня нет никакой характеристики, потому что я не понимаю, я просто вижу, что вы делаете, и все. Ну я вам сейчас объясню. Дело в том, что люди обычно сравнивают, сканируют от то, что я рисую, например, да, насколько это похоже, насколько не похоже. Но дело в том, что я... Вот искусство, оно настоящее, оно не связано с понятием «похоже» или «не похоже». Оно немножко от другого идет. Собственно, как музыка, например. Насколько ты сумел вот, спеть мелодию условными звуками, не украсть там у соловья, да, его чириканье. Так и тут. Насколько ты умеешь вот, очень быстрыми движениями, жестами, своими собственными, своими естественными, передавать как бы формулу. Это, понимаете, я не срисовываю. Все часто удивляются, почему, мол, типа, там, красиво, но не как на фотографии. Я говорю, у меня для того, чтобы сделать фотографию, у меня есть фотоаппарат. А вот как вот суметь, понимаете, вот в этих вот движениях, это же каллиграфия происходит, понимаете? И вот в эту каллиграфию, по сути дела, бессловесную загнать, ну или вместить, или разместить узнаваемость. Вот узнаваемость – это самое главное. Причем это должно быть сделано быстрым, искренним, простым вот жестом моим личным. Вот тут появляется художник, вот тут появляется авторство. Не важно даже сходство не важно, понимаете? Важно... Восприятие индивидуальное. Формула, вот. Индивидуальная формула, да. Вот что, чем отличается фото, не искусство, которое я к искусству не отношу никогда в жизни, и ремесло от искусства. Вот одну и ту же вещь заставь нарисовать двух разных художников, у них получится они разные. И вот, собственно, не сходство, а разница. Вот что главное в этом деле. О, мы вообще собрались сюда. Простите, пожалуйста, мы вмешались в санкционированный митинг. Там что-то было, вы знаете об этом? Мы хотели узнать, что там было. Вы знаете, что там было? Музыкатуры.
еще раз. Мы затем. Где вечеринка? Ты серьезно? Подождите. Так, а что вы убежал-то? А что убежал? Вы знаете? Так, первый раз вижу. Что, серьезно, что ли? Конечно. Он, по-моему, он на полном серьезе подошел и говорит, что несанкционированный митинг. Как пошел он? Да. Другой митинг. Там что-то было сегодня? Я думала, он ваш знакомый и знает, что там происходило. Так, не, отвлекаться не будем. Давайте рассказывать дальше. Рассказывай дальше, но с чем только не столкнешься. А вы сейчас все впечатли, да? Что? Нет, там зафиксировано. Я просто к тому же хотела. Да я этого придурка записал. Ну, слушай, это было очень интересно. Чукчин взял, зашел, вышел. Вообще, странно. Он, понимаете, он строит из себя... Раз такой объект... Он строит из себя спецагента. А можно сфоткать, что вы делаете? Ну, сфоткайте, да вот, собственно, тут же идет. Не, ну, блин, ну, это а вы пакетик заметили, я да? Я к тому, что... Нет. Мне, понимаете, то, что без... вы... Нет. А что? Вы пакетик, видите, там вот висит. Где? Несмотря на всю вот эту академичность и все это, вот там такой вот желтый пакетик. О, ну это уже такие мелочи, которые... Мадам имеет культуровичность, как у него, скорее всего, какой-то... Наташа, как вы понимаете? Не дойдет до меня. Несмотря на всю академичность, какой-то совершенно практическое. Я могу ошибиться, формулировать. Но там вот еще вот мужики стоят, непонятно. Культурологическое образование у тебя, как это называется? Театральное образование. Короче, она актриса по образованию и режиссер. Она офигенная. Не-не-не, это все фигня. Я почему-то вот во всем этом вижу вот она вообще очень странная. У вас там остынет, девушки. Нет, у нас есть коньяк. Будь с нами коньяк. Нет, нет. Не, ну, а вы нам я с удовольствием ставите. Я к компании. Ну вот, я же рисую. Я же говорю, вы нам мы не пишете, на что мы там делаем? Нет, я. Ну, голос там идет, ну пусть идет. Ладно. Да что страшного? Я озвучиваю фамилии и имена. Какой-то лев. Вы видели, да? Я вижу от вас. А нет, там, нет, ну там, почему да? Там это самое? В Инстаграм будете выкладывать? Нет, я не, просто... а что? Да нет, я наоборот. Я такой фигней не занимаюсь. Я ой, ёлки-палки. Я ребенка своему. А я... Бывают разные люди интересные, понимаете? Для меня это важно. Вот. И Инстаграм. Вот а передайте ребенка, вашему понимаете? Ребенку, что... А подождите, нет, давайте я ваши комментарии моему ребенку. Давайте, и передайте чё? Вашему ребенку. Что, не, ну я уже не могу повторять вашу фразу. Не, ну вы я про Инстаграм. Вы говорите, да я-то занимаюсь, то есть я-то фигней занимаюсь. А вы... Ну нет, вы это профессионально делаете для того, чтобы людей информировать деятельностью, правильно? Нет, не информировать. А давайте чего? Другое. Ну-ка, давайте. Гармонизировать. Вот. То есть у вас понимаете, есть цель. У любого, да, у любого человека, который более-менее честно занимается искусством. Вот. Вот. Это важно. Не цель, а призвание. Призвание, хорошо. Да, долг. Богоданный его талант каждому, в общем, каждому дан, каждому человеку дан талант. Другое дело, что очень многие люди этот талант просто пропивают, проедают, продают, как Буратино азбуку свою пошел и азбуку продал, свою родную азбуку. Вот. За какие-то там 5 сольда несчастных. Вот. А кто-то не продал свою азбуку, не продал свой талант. И потом у него остается такой крест творчества, когда обязанность. Все люди, вот все, кто продали свой талант, пропили, они потом завидуют. И они не умеют... А, собственно, в чем талант творческого человека? Это гармонизация себя с этим миром, понимаете? Вот, то есть мы же, смотрите, Бог по-русски творец. Творец. А мы творим. Вот мы тоже творческие мы люди. Да, нет. Мы творим, Наташа. Мы творим. Совершенно, нет, совершенно, совершенно верно. Нет, совершенно верно. В русском языке искусство это тоже имеет корень искус. Угу. То есть все время мы искушение? Да, конечно. Мы все время находимся на грани вот этого искушения. Или, кстати, в слове творчество корень вор вообще. Вор. Точно. Вор. Вот. Откуда есть... ты что-то украл? Творчество. А да. Нет, просто перед каждым человеком стоит выбор. И, в общем-то, каждый выбирает из этого слова либо варить, либо воровать. Вот. Каждое слово творчество выбирает либо быть творцом, либо быть тварью. Тварь – это не что иное. Слушайте, вообще капец, как клёво вы сказали. Мы даже не зашли. Творчество.
творчество – это не что иное, как создавать что-то новое, обязательно. Так вот, Бог, создавая этот мир, вот этот вот наш, в котором мы живем, Он его создавал по законам гармонии. Как только гармония нарушается, происходит хаос, и мир будет разрушиться. Люди поделили, вот Бог, Он сказал, я вас поделил на две части, на тварей и на творцов. Вот богоизбранные есть, а есть просто те, которые, ну... Богоизбранные, да? Вот, и поэтому, сбили меня, не сбивайте. Простите. Будете сами рассказывать. Я не знаю. Короче, люди поделились, сами делятся. Им дана была воля, вот в отличие от всех животных, в отличие от всех, и им дана воля выбирать, у них есть всегда выбор. И у человека есть выбор, или пойти к животным, то есть к тварям, да, или есть еще твари земные, да, а есть еще быдло. Это животные, домашние животные, которые работают на прокорм. Вот. И люди чаще всего выбирают вот это вот быдлячество, вот. А для них только поесть, поспать, и им вот для них... Потребительство называется, да? Ну, есть еще более грубое слово. Кстати, опять это великий русский язык, потому что это потребляться это называется. Потребляться? Конечно. О, это очень хорошо, да. Потребляться. Это от слова блуд, блудить и так далее. Так вот, люди так выбирают. Поэтому те, кто продал это, пропил, проел, продал, те остаются с быдлом, но они потом страшно завидуют. Они разгармонизированы, они не могут в этом мире никак уместиться, им ничего не понятно. Ну, собственно, несчастные животные, что про них скажешь. Вот. И они все время так или иначе стремятся к творчеству. У них внутри вот первозданный грех в человеке какой? Первозданный грех – это отказ от богоизбранности. Собственно, что там наделала это Ева, она как раз, ну там ладно, это длинная история, так или иначе, люди, отказавшиеся от своего призвания божественного, превратились в животных. Собственно, чем я занимаюсь? А любой художник, чем он занимается? Он с помощью линий, ну художник с помощью линий, музыкант с помощью звуков, танцор с помощью движений, он пытается гармонизировать себя и окружающее пространство. И тем самым люди к нему тянутся, разгармонизированные люди, потерявшие вот эту вот внутреннюю свою собственную гармонию, вот, несчастные, им нужно искусство для того, чтобы попасть вот на эту волну, попасть в эти резонансы чувственные. Попасть вот в тренд. Фу ты, Господи! Дай Боже! Тренды, бренды. Давайте что-нибудь это, как по-русски больше разговаривать. Тренд, ну, это же мода. Тренд – это мода, да. Ну, я вообще стараюсь избегать этих новоязов, потому что испорченный русский язык наш вот этими трендами, брендами, к сожалению... Удивительный диалог получится у нас сейчас. Просто скорее, это монолог вообще. Нет, понимаете, уже диалог. Ну, как бы, да. Начался хорошо, не важно вообще, это просто круто вообще. Вот я, собственно, этим и занимаюсь. Я сейчас то, что вижу, это талант, конечно, безусловно. Я себя гармонизирую и людей вокруг. А вы сюда посматриваете для чего? Ну, я думаю, вдруг перестал писать. Ну, Саш, ну ты видишь, что там было просто ни о чем. Я дебилые волосы. Ну, зачем он рисует эти белые волосы? Знаете, сначала на что обратила внимание? Вот когда вы начали рисовать, ну или как это правильно назвать, чтобы не обидели. Да, тебе... А вот почему я обратила внимание вот на эту штуку и вот на этого. Вот это очень акт. Сейчас мы еще там человечков нарисуем, которые стояли, мужики такие. Два пацана. Да не пацаны какие-то, они дядьки просто... прям такие серьезные, да, стояли. Да. А там какой-то митинг был. Да, Беседин Олег Владимирович. Че вы так? Нет, просто я воспринимаю информацию. А. Не серьезно, смотрите, как получилось двумя штрихами нарисовать, правда, серьезных дядек. Да. Тревожность какая-то видна же, да, вот я бы и вас. Ну да. Вот если это делаешь искренне, то это все появляется. Если даже не задумываясь, если просто искренне. Самое главное в искусстве — это искренность. Вот если ты делаешь искренне, то все получится. Как только ты начинаешь что-то там хитрить, мудрить, то все, возникает обман. И искусство на этом заканчивается, начинается
дизайн? Дизайн — это обман искусства? Ну, нет. Дизайн это продажа. Ну, дизайн — это продажная девка капитализма. А дизайнер — сутенер. Ну, нет, это не я сказал. Это кто-то из классиков, не то Карл Маркс, не то еще кто-то сказал, что реклама — продажная девка капитализма. А что такое дизайнер? Это же работа на рекламу, на продажу. Вот, это, собственно, это продавшиеся художники. Дизайнеры? Конечно. Они используют все художественные средства манипуляции людьми, чувствами, но они это используют для того, чтобы зарабатывать. Кто-то зарабатывал на этом. Поэтому... Они в первую очередь. Они-то, господи, им платят этот заказчик. Я же говорю, продажные девки. Ну вот извините, но я вообще просто в отношении. Я вообще просто обалдею людей, у которых есть талант в руках. Это же просто удивительно. 15 минут, даже меньше, вот это вот грустно. Между прочим, зданию сколько лет? Ой, не знаю, ну, наверное, лет 100. Очень много, да, больше, наверное, даже. Да, больше, конечно, лет 150. Это в конце прошлого века. А вот это уже современный кусок. Ну, конечно, он все что и современное. Вот современный кусок, он все-таки как бы там ни было, да? Да, я этот контраст все время обозначаю. Собственно, весь смысл городского... А вы рисуете всегда вот как бы так вот? Вы какой-то ракурс собираете? Или почему? Ну, почему здесь вот сейчас рисуете? А я шел, замерз, зашел. И мы замерзли. А, и увидели, да? И увидели. Или как? Почему? Нет, я всегда сажусь в такое место, которое можно порисовать. Чтобы не тратить зря. Есть какой-то чуйка, да, какая-то чуйка? Да мне без разницы. А, да, я думала, вы специально пришли, прикусили. Вот тут ракурс, вот тут угол, я тут сейчас сяду, нарисую. Нет, не так. Я хожу, вот так вот посмотрел, о, сейчас нарисую. Посмотрел, о, сейчас нарисую. Мне без разницы. Гармонию можно создавать из чего угодно. И чем хуже, тем более... Чем хуже? Чем хуже визуализация, тем хуже. Тем честнее художник. Нет, чем хуже... Чем хуже предмет, тем интереснее работа с ним. Блин, это только бездарные люди ищут красивое, понимаете? Он пользуется, это вот то самое искусство. Я не чувствую, я вас снимаю, я хочу показать своему ребенку. Снимайте. Чтобы они поняли вообще, в чем, блин, суть вообще бывает, и да. Призвание на самом да. деле. Да, хорошо. Снимайте. Мое призвание. Ну, такой-то вообще, потому что, ну, я, Наташа, я подошла, когда, знаешь, было, он такой, белыми вот этими, что за фигня, зачем белые вот эти полосы нужны, и там вообще не о чем, а сейчас это просто, кстати, вот то, что было, вот то, что рисуется, а то, что там было? Давайте вот так. Давайте, о, это класс. А, там не получится. Ну, блин, вот это так. Вот так пускай будет, да, вот так, раз, подожди, ну, мало, блин. Ну ладно, я ну, вы сфотографируете. Рисуйте, я подниму. Сегодня у нас уже 3 марта, да? А, нет, 5. Пятое. Вы вот взяли и сказали, как вас зовут, и я не зафиксировала. Ты помнишь, как зовут молодой? Что-то? Ладно, разберетесь. Молодой, мне 70 лет. Что? Ну и что? 70? В смысле молодой? Мы, знаете, мы тоже такие девочки уже не старые и не молодые. Моей маме 70. А да можно год. Это? Юкаламане. Так, дайте, я должна зафиксировать автограф. Подождите, я тоже можно? Если вы не против. Нет, я не против. Это очень круто ценить. Слушайте, ну правда здорово. Вот я смотрю сегодня на. Тем более вот она человек, это который. Это вас звонит. У меня нет. Нет, это у вас звонит. Смотрю сегодня на. Тем более вот она человек. А, нет, не понятно. А мы бы с ним поговорим. Нет. А он из Таиланда звонит. Хотите вот. Поговорить? Ну что, а мы девочки, обычно... девочки из СМИ, нас сейчас, ничем не напугаешь. Ладно. А ты почему голый? Тут видишь самой девушки. Добрый день. Вот он лежит, он в Таиланде и загорает. В Таиланде? Почему вы лежите в Таиланде без нас? Позагорайте за нас, почему пожалуйста. Раза два за меня и три за нее. Нам так хочется туда. Поздно всего в кафе. Еще пока в кафе. Он просто еще пока. В сибирской каторге. Понимаете, какая каторга у человека? А он от зависти, по-моему, это опупел. Опупел? Да, он на каторге. На сибирской. Не то, что у вас в Таиланде.
Так что некогда... Я рад за вас за все. Спасибо. Вот давай я тебя заодно запишу. Это... Короче, Лёш, это, некогда мне с тобой болтать. Хорошо, хорошо. Да я тут, видишь, рисую, сижу. В общем. Ты что думаешь, я ерундой занимаюсь, что ли? Я рисую. Не будете коньяк вообще? Не, а я совсем не. Вообще. Хорошо, всем пока. Я чай буду, я чай буду. Ну ладно, я тебе вечером позвоню. Вечером позвоню. Пока. Ладно, пока. Ну ладно, получился вот такой вот почти с лимоном. Спасибо. Да. Заодно и с помощью своей лекции заработал себе на чай. Сейчас меня девушки чаем еще напоят. Ладно, все, хватит, пожалуй, да? Да, сейчас я закончу и я...